Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Посмотрите, как мой ученик зажигает, набирает выше облаков. И набрал ведь. А я ему сейчас, у него сейчас ручку-то отберу. Я забрал. Прости. Прости, взял. Это потому что мне хочется немножечко пошалить. Вон, смотрите, впереди скала, кошачий зуб. Сейчас мы на нее прилетим и немножечко пошалим. А пока я посмотрю, что здесь творится, вон, посмотрите, как красиво гряда облаков идет по стенке. Эта стеночка идет до города Гренобль. Вот, и может мы по этой стеночке сейчас, когда нашалимся на кошачьем зубе, может немножечко, так сказать, слетаем в сторону Гренобля. Ну вот кошачий зуб, чем характерно, эта скала, на нее есть возможность подняться. С противоположной от нас сейчас стороны находится такая тропа, там веревочки какие-то, еще что-то. В принципе, достаточно просто туда забираться, по слухам. Ну вот, а мы сейчас к ней подлетаем. Скорость 200 км в час. Сейчас я вокруг этого зубчика вам облечу и порадую немножечко. Может, там даже люди есть на ней. Сейчас посмотрим. Та-та-та-рам. Ну вот, с этой стороны как раз должна быть тропа. Мы смотрим, людей нету тут. Так, скорость хорошая. Сейчас даже лучше переставлю. А, хотя можно и на этом. Ух, трясет немножечко. Ну вот она. Скала кошачий зуб. Знакомьтесь, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Я сейчас взмывание делаю. Скорость 120, подвисаю и пикирую прям скалу носом. 200, 220, 250 км в час, больше не буду давать. Оп! Эх, красота! Вот что может планер. И смотрите, мы проходили над скалой. И вот сейчас мы... Насколько выше нее уже. Так что энергетика планера — это штука чудесная. Ну вот, посмотрите еще разочек. Сейчас я пикирую. Пикирую. 200 скорость. Сейчас на 220 начну вираж. Оп! Там по парам. Ну, смотрите, какие виды красивые. А? Это не может не радовать. И еще один приемчик есть. Это проходик. Сейчас я покажу вам. Отойдем от горы подальше и разгонимся на ее уровне. Попробуем пройти прям по тропиночке. Если получится. Музыка, к сожалению, по второму разу заиграла. Уж простите, но вещица вроде как неплоха. Оп. Ну, вот он, кошачий зуб. Ну что, поехали. Ну, вот смотрите, как можно. Были бы люди, сейчас бы их... Люди есть? А, говорят, есть. Опа! Ю-ху! Люди, говорят, есть. Сейчас мы их порадуем. Та-т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 а! Эх! Вон они, тусовка. Вон крыловник показывает. Сейчас попробуем немножечко снизиться. Думаю, высковато. Оп, выпускаю воздушные тормоза. Вон как это выглядит. Сбрасываю немножко высоты. Закрываю. И я надеюсь, что мы сейчас, вот смотрите, птичка красивая. Вот сейчас мы как раз пройдем на уровне наших глубоко уважаемых любителей планерного спорта.
которые разместились на склоне и, наверное, надеюсь, машут нам ручками. Вот они. Машут. Не разглядеть. Иху! Ну, надеюсь, что мы их порадовали. И вас порадовали, глубоко уважаемые любители планерного спорта. А затем разрешите отдать ручку моему ученику, который отдаю. Который давай полетит. Сейчас я их так же порадую. Давай, порадуй. Который сейчас будет меня пугать. Всего доброго.